Яркие наряды, барабанная дробь и традиционные танцы. В индийском городе Панаджи проходит фестиваль Шигматсав. Как и праздник Холи, он посвящен началу весны. Очень красиво. Мы первый раз видим такое шествие. Оно прекрасно. Много танцев, много красок. Это замечательная поездка. Мы открываем для себя другую культуру. Праздник очень хороший, каждый коллектив выступает прекрасно. Нам очень нравится. Шигматсав – важный праздник в юго-западном штате Гоа. Он длится 2 недели и похож на русскую масленицу. Кульминация фестиваля – красочный парад. Танцы в основном посвящены индуистским божествам. Также мужчины исполняют популярный в Гоа танец, изображающий воинов на лошадях. Праздничное шествие ежегодно привлекает тысячи зрителей.